В Твери продолжается благоустройство сквера на улице Можайского в микрорайоне Южный. Возводится проект на средства городского бюджета, а также за счет федеральных и областных субсидий. Сейчас там началось строительство фонтана, который украсит центральную часть будущей зоны отдыха. Новый сквер строят в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 2 года назад во время рейтингового голосования горожане могли выбрать зоны отдыха, которые будут благоустроены в первую очередь. Одну из лидирующих позиций занял этот сквер на улице Можайского. В прошлом году были проведены работы у роддома №1. Здесь появились дорожки, газон и мачта освещения. В этом году будут установлены лавки и урны. Сейчас активно ведутся работы на другой стороне сквера, ближе к многоквартирным домам. В настоящее время ведутся работы по планировке территории. Выполнены подготовительные работы для последующего бетонирования чаши фонтана, а также технического помещения для обслуживания этого фонтана. Фонтан представляет собой сложную конструкцию из вертикальных струй с подсветкой. Ориентировочные сроки – начало 4-го квартала завершения проекта.